Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Huawei P20. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы вдруг забыли пароль от своего телефона и не знаете, как же его все-таки сбросить. Итак, для того, чтобы сбросить пароль с вашего Huawei, вам нужно сделать следующее. Вначале нажать и удерживать кнопку питания. Затем нажать на кнопку выключения несколько раз. После чего нажать и удерживать одновременно кнопку питания и увеличения громкости. Отпустить кнопку питания, когда появится логотип Huawei. Если что, все это время я продолжаю удерживать кнопку увеличения громкости. Затем нажимаем на кнопочку Clear Data и нажимаем Factory Reset. Вписываем слово Yes. Нажимаем Factory Reset, Factory Reset и ждем. Затем нажимаем на кнопочку Back и нажимаем Restart и ждем, пока телефон загрузится. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания.